Степа. А, Степа. Я тебя снимать поставила. Да выметывайся. Степаш. Здрасте. Ну, выходи. Да, не ругайся. Давай, иди. Иди, не ругайся. Нет, 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 нет. Нет, нельзя. Всем-всем большой привет. Не просто так я вам показываю свою постель, даже разобранную постель. Я делала заказ совсем недавно, ивановский текстиль из интернет-магазина «Василек». Вы знаете, девочки, мальчики, у меня вот этот вот комплект постельного настолько любимый, он вообще не линяет, ему ничего не делается, и честно, ему 6 или 7 лет уже, представляете? Мне кажется, лет 7 даже. Но очень хочется обновить, потому что лето – это лето, но 7 лет одно и то же лето надоело. Поэтому я в этот раз сделала заказ самое яркое постельное, которое пахнет летом, чтобы я с летом не прощалась даже с зимой. И давайте я вам сейчас буду показывать, что я взяла. Я взяла как на нашу кровать, так и на кровать Максимки. Пусть мальчишка, но я хочу, чтобы и он был весь в лете. И когда я буду менять постельное, у нас будет тут вообще красота, цветы и бабочки. Так что я сейчас все поменяю и покажу вам. Один комплект будет двухспальный, второй полутораспальный с двумя наволочками, оба комплекта. Оставайтесь со мной, давайте посмотрим, что я взяла. Вы только посмотрите, ну разве это не лето? Очень красиво, прямо море бабочек. И видите, две такие вот линии из бабочек как бы улетают все дальше и дальше. Очень красиво, очень позитивно. Простынь точно такая же, как и пододеяльник. Это я вам, не знаю, сказала или нет, двухспальный показываю. А наволочки светленькие, вот такие вот. То есть как бы вот наволочки, это вот эти два вида бабочек, две линии бабочек, как бы продолжают улетать по подушкам. Видите, очень оригинально придумано. И вторая подушка также, видите, также улетают эти бабочки по другой стороне. Мне кажется, просто шикарное оформление и очень продуманный дизайн. Не просто так на наволочке какой кусок попал ткани, такой и, как бы, знаете, и будет. Но нет, тут прямо дизайн вот этих вот двух линий бабочек продолжается по подушкам. Мне кажется, это шикарная прямо продумка, оформление. И хочу отметить, что цена, по-моему, даже вот до 1000 рублей вот этот вот постельный комплект. В восторге. Давайте я вам покажу сейчас второй комплект, и он уже полутораспальный будет. Вот такой очень красивый второй постельный комплект. Вы посмотрите, тоже лето, цветы, бабочки, божьи коровки. Очень красивый. Тут и простынь такая, вся в цветах, и наволочки. Вот так вот он выглядел на картинке. Не разочарована нисколько, очень понравилось. Давайте покажу вам наволочки, какие входят. Тоже вот с маками, с цветами. Очень яркие, пестрые. И видно, что иллюстрацию постарались, основную картинку сделать и на наволочках ровно посередине. Поэтому это очень красиво. Яркие простыни. Вот. От второго комплекта простынь. И сейчас покажу простынь от первого комплекта. Вот так вот. Такие они яркие и красивые. Довольно то, что я хотела. Но это еще не все. Оставайтесь, я сейчас вам покажу, какое покрывало я там взяла. И два костюмчика женских 46 размера, которые я взяла на себя. И покажу их также на себе. Поэтому сейчас я постелю покрывало и покажу поближе. Давайте покажу. Это покрывало плед. Называется шиншилла. Размер 220 на 240. Мы взяли в бордовом цвете. И вы знаете, это такой пушистик. Это такая милейшая чебурашка. Давайте я вам покажу. Достаточно тяжеленький. Ворс. Оно, кстати, двойное. То есть вот задняя сторона и передняя, они
отдельно друг от дружки. Здесь такая гладкая, а здесь 4 сантиметра вот такой вот ворс. Ой, какой он мягкий и красивый. Так, сейчас я попробую расстелить и показать вам, как это будет смотреться. Степа даже рвется сюда. Смотрите, какая красота. Правда красиво. Вот так оно будет смотреться. И хотя не на эту кровать я брала, но покажу здесь. Ой, вообще прелесть. Очень мне нравится. Смотрится, конечно, бесподобно. Довольна я, очень довольна. И качеством. Вот так вот оно смотрится поближе, если. И с обратной стороны вот. Вот так. Зимой на таком валяться одно удовольствие будет. Просто прелесть. Ну и давайте я вам покажу костюмы, которые взяла. Как я и сказала, они 46 размера. Первый называется... Так. Как-то морская тематика называется. Сейчас я вам покажу. Сюда входит тельняшка и брючки белые. Хлопок 100%. 46 размер. Давайте я вам покажу таблицу, потому что здесь аж с 40 до 60 размера. Посмотрите. Боялась я брать 46. Думала, вдруг будет маловато. Но нет. Все оказалось замечательно. Вот такие брючки. Они идут с карманами. Так, сейчас я вам поближе туда. И тельняшечка. Тельняшка с якорем. Все покажу на себе. Сейчас я так по-быстрому. Вот так вот оно смотрится. По-моему, очень замечательно, очень красиво. Вот такой костюмчик. Если поближе, то тут резиночки внизу у брючек. Вот так выглядят кармашки. И сами брючки выглядят вот так. Сверху тоже резиночка. Вот так они выглядят. Ну, тельняшка очень симпатичная. Спереди якорь. И внизу шнурочки. Рукав на 3/4. Вот такой красивый. Удивительно, но он мне оказался в самый раз. И второй костюм называется «Зайчик». Это домашняя одежда. Тут уже брючками. Также идет с боков кармашки. Резиночка сверху. И внизу брючками. Моделька. Давайте тоже вот так покажу поближе. И кофточка с зайчиком. Выглядит вот так. Кофта со вставочкой. Рукав также 3/4. И она покороче первой футболочки. Выглядит вот так. Зайчик очень милый. И тоже покажу, конечно же, костюм на себе. Но и это еще не все, что я заказала. Сейчас я вам покажу еще кухонный набор. Фартук, прихватка и рукавица. И тоже летняя тематика. Видно, что с летом я прощаться никак не планирую. Вообще, вот этот набор, хочу обратить внимание, это хлопок. И он стоит меньше 100 рублей. Ну, давайте посмотрим, что сюда входит. Так, входит сюда фартук. Очень милый, симпатичный. Вот так выглядит фартучек. Ну и рукавичка. Она с одной стороны, видите, утепленная, со второй просто ткань. Поэтому главное не перепутать. Вот так. И прихваточка тоже летняя, позитивная, двухсторонняя и красивая. Вот такой красивенный набор получился. И очень дешевый. Довольна я своим заказом, как слон. Честное слово, очень все понравилось. И плед, и просто бесподобное постельное белье.
наверное, каждый, кто любит такую тематику в расцветках, то есть понимает мое ликование, как я рада и как мне это все дело понравилось. Я сейчас вставлю видео, как я выгляжу в обоих костюмчиках, и посмотрите, как оно смотрится на мне. Ну, а я буду прощаться. Ссылки на все, что я вам сегодня показывала, я оставлю обязательно под роликом. Проходите, знакомьтесь, там выбор, конечно, огромный. И в костюмчиках я бы еще поковырялась. Одежды там много. Кстати, и на детей, и на мужчин, и на любой возраст. То есть и для пожилых много всего можно найти. Поэтому знакомьтесь. Сайт отличный. И у них заказ можно делать от 2000. То есть вообще хорошая минималка. Доставка платная. Доставка, да, платная. У меня вот весь заказ был на 6,5 килограмм. По почте России все приехало очень быстро. Но я и живу близко от Иваново. То есть у меня буквально за 2 дня, за 3, наверное, доехала посылка до дома. Вот. Поэтому очень довольны. Цены настолько демократичные. Очень хорошие там цены. Мне понравились. Все. Очень мне нравится этот костюмчик. Он такой прямо милый. Видно рукав на 3/4. Пятый. Ну, а по размерам я вам потом скажу в конце ролика. Вот так он смотрится. 46-й. Довольная? Такие брючки классные, что их можно носить под любую или белую, или черную футболочку, не обязательно с этой. Мне кажется, в таких брючках не только дома можно выходить и на улицу. Они такие классные, кармашки. Здесь резиночка. Этот какой-то более свободный, хотя 46-й тоже, но более свободный костюмчик. С тельняшкой он более узкий. Но я рада, что он у меня есть. Сейчас он, может быть, кому-то покажется немножко маловат, но все знают, что я худею. И я думаю, что тот костюм через пару килограмм, когда я их скину, будет вообще идеально смотреться. А сейчас он прямо только-только по мне. Вот. Но этот смотрится лучше, потому что пошире уже кофточка, хотя оба они 46-й размер. Вот, вот так вот оно смотрится. Ну и давайте я немножечко озвучу по поводу костюмов. Я уже вам все показала. И, как ранее говорила, очень осталась довольна заказом. Особенно постельное белье и костюмчики. Вот этот прямо меня покорил, беленький, чувствуешь себя прямо матроской. Давайте я вам по поводу 46 размера скажу свои объемы, чтобы не ошибиться. У меня бедра 98, но я думаю, 100 уже будет маловато. Прям вот только-только на мой объем. Грудная клетка у меня 98, поэтому вот смотрите сами. 46-й вот прям хорошо сел. 48-й, думаю, тоже был бы свободненько и тоже неплохо, я так считаю. И по ценам нашла я свою накладную. Постельное белье, которое двухспальное, я взяла с евро простыней, она такая достаточно большая, 1100, а меньше 1000, там, как где не евро простыня. Полутораспальный с двумя наволочками 775. Вязь чистый хлопок. Представляете, вообще цена какая. Плед, конечно, тут самый дорогой, 1674.
Костюм, который зайчик, 510, вот этот костюм 840. Но он стоит дороже, честно. Он такой классный, это все хлопок. Настолько приятно в нем находиться. И кухонный набор 84 рубля. Представляете, какие цены? Ну и платная доставка. А доставка зависит от местности и от веса. То есть тут у каждого будет своя сумма. И, как ранее сказала, минималка на 2000. Вот. Осталась я очень довольна своим заказом. Посмотрите, какая красота. Ну, ссылки я оставлю в любом случае и на сам сайт, и на все, что заказала лично я. А с вами буду прощаться. Спасибо огромное, что остаетесь со мной, радуетесь моим новым приобретениям. И всем приятного времени суток, всем приятного солнечного настроения. Пока!